Зажечь сердца – великое призвание. 25 марта свой профессиональный праздник отметили работники культуры. О творческих людях расскажем в следующем материале. Даже в свой профессиональный праздник артисты дарят зрителям свое искусство. Это те люди, для которых любое выражение творчества – смысл жизни. Именно они являются хранителями ценностей традиционной культуры. В целом, готовы творить и сочинять новые сочинения, показывать то, что уже сочинили великие композиторы. И, ну, что я могу сказать? А что для вас самый лучший подарок в этот праздник? Лично для меня? Да. Ну, показывать хорошие, качественные номера. Культура – это именно та сфера, в которой найдет свое место и новичок, и профессионал. Некоторые артисты начинали свой творческий путь еще в детстве. Культура – это неотъемлемая часть моей жизни, потому что уже больше 11 лет я на сцене. Каждые выходные – это концерты, репетиции. В общем, это моя жизнь, это мой второй дом. День работника культуры – это праздник не только тех, кто выступает на сцене, но и декораторов, и режиссеров, и постановщиков. И, безусловно, тех, кто популяризирует культурное наследие народов. Сохранять традицию и сохранять обычаи – это очень важно. И именно над этим мы работаем. Любой творческий коллектив имеет художественного руководителя, который играет важнейшую роль в создании творческого номера. Вообще руководитель, он до этого назывался, да, называлась должность художественный руководитель. Очень такая, скажу, масштабная должность, потому что ты должен быть сподвижником, организатором, хормейстером, может быть, даже немножко костюмером в какой-то степени, отличаться эрудицией и памятью хорошей, потому что всегда все держишь в голове, и, ну и психологом. В день профессионального праздника на сцене Дворца культуры «Артика» наградили дипломами коллективы, которые добились особых успехов в сфере культуры. Нести, конечно, ненецкое слово, ну, в народ, чтобы люди знали, что оно живет, что оно есть и будет жить дальше. Это, конечно, самая главная задача у нас. И это труднее делать с каждым вот годом, потому что люди уже ведь забывают ненецкий язык. Они забывают свои корни, забывают свои обычаи, традиции. Лучшая награда для любого артиста – это аплодисменты зрителей и творческое признание. Хожу регулярно, все очень нравится. Очень профессионально делается все. В общем, вы знаете, мне коллективы нравятся все. Вот я бываю и на выступлении музыкальных коллективов, и танцевальных коллективов, и на театральных выступлениях. Мне это все нравится. Мне очень нравится. После них очень такой позитив, впечатление, эмоции, настроение. Да. У меня сын здесь участвует, выступает. Сын Василий поет. Попов. Да. Так что любимый коллектив мой. Зажечь сердца – великое призвание. Именно под таким слоганом прошел праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры. Более 20 коллективов от совсем юных артистов до мастеров своего дела объединили на сцене свои таланты, чтобы зажечь сердца. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».